Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале «Кухня без фанатизма». И на нашем канале вы найдете много низкокалорийных рецептов, с помощью которых можно похудеть. Сегодня у меня для вас примерное меню на один день. Очень эффективное, очень простое, вкусное и очень легко готовится. Начинаю с завтрака. Я взяла кусочек масла и просто легко смазала сковороду. На это всего ушло, вы не поверите, 1 грамм сливочного масла жирностью 82%. Просто взяла и смазала. Включаю нагрев и сковороду слегка разогреваю. И после того, как сковорода слегка разогрелась, слегка разбиваю туда 2 яйца, слегка подсаливаю. И готовлю пару минут под закрытой крышкой. Вот даже не 2, даже 1 минуты хватило. Я люблю, чтобы желток был жидковатый. Все, выключаю. То есть 1 минуту под крышкой. Яичница, глазунья готова. К яйцам добавляю зеленый горошек консервированный, 100 грамм. Ну, можно взять кукурузу, кто что любит. Несколько перышек зеленого лука, буквально 10 грамм. Маленький кусочек цельнозернового хлеба или ржаного, любого полезного хлеба. Вот такой кусочек весит 25 грамм. И 10 грамм сыра. У меня российский сыр. На завтрак я всегда пью кофе, ну или натуральный, варю или растворимый по настроению. 1 чайную ложку кофе. И я утром всегда пью 1 чашечку в день сладкого кофе с сахаром. Я беру 1 чайную ложку сахара, это 5 грамм на 20 килокалорий. Кофе я всегда пью с молоком, то есть добавлю еще 50 миллилитров молока жирностью 3,2%. И чашечка кофе у меня получилась на 70 килокалорий. Первый завтрак готов, вкусный, простой, очень легкий. И пищевая ценность всего этого завтрака 389 килокалорий. То есть и с хлебом, и с сыром, и с кофе, и все вместе 389 килокалорий. Прекрасная пищевая ценность для завтрака. И все, что здесь есть на тарелке, все прекрасно умещается в нашей порционной чашке до 300 миллилитров объемом. Ну, кроме кофе, конечно. Для второго завтрака мне понадобится 2 яблока средних весом 350 грамм и 1 столовая ложка сметаны 50 грамм. Яблоки я натру на терке. Чистый вес яблок без сердцевины 300 грамм. Добавляю в них сметану и все перемешиваю. Второй завтрак готов. Яблоки прекрасно сочетаются со сметаной, очень совместимы. И получается очень вкусно. Яблоки со сметаной гораздо нежнее. И что немаловажно, они получаются сытными. На вкус, ну, примерно как пюре такое неженка со сливками. Очень вкусно. Пищевая ценность второго завтрака 215 килокалорий. А теперь займусь приготовлением обеда и ужина. В сковороду добавляю 1 столовую ложку растительного масла. Неглубокую и включаю нагрев. К луку добавляю, вернее, к маслу в сковороду добавляю 1 крупную нарезанную луковицу 200 грамм. Туда же отправляю 300 грамм куриного филе, нарезанного кубиками. 200 грамм цветной капусты, свежей или замороженной. У меня замороженная. И 200 грамм стручковой замороженной фасоли. Когда в холодильнике, в морозилке есть какие-нибудь замороженные овощи, всегда очень удобно, быстро можно приготовить замечательный обед или ужин. Солю, перчу по вкусу. Специи, естественно, можно добавлять любые, которые вам нравятся. И теперь я все перемешиваю. В сковороду добавляю 50 грамм, 1 столовую ложку сметаны жирностью 15%.
и 50 мл горячей воды. И готовлю до готовности на небольшом огне под закрытой крышкой минут 10-15. Прошло 10 минут, все замечательно приготовилось. Добавляю свежую зелень и выключаю. Очень аппетитно получилось. Осталось приготовить быстрый и полезный салат. Я беру маленькую морковочку 60 грамм и тру на крупной терке. И две черносливины 15 грамм нарезаю соломкой. Заправляю салат одной чайной ложкой растительного нерафинированного подсолнечного масла. Солю, перчу по вкусу и перемешиваю. По желанию можно добавить молотый кориандр. Салат вкусный и полезный, на приготовление которого практически не нужно тратить время, готов. Пришло время обеда. На обед вот такие прекрасные овощи с куриной грудкой. 250 грамм у меня здесь. Килокалории на 100 грамм 102 килокалории. Пищевая ценность. И вот такой вот салат. Пищевая ценность салата 130 килокалорий на 100 грамм. Здесь у меня 50 грамм на 65 килокалорий. Пищевая ценность всего обеда 320 килокалорий. Здесь все есть. И белок, и углеводы, и клетчатка. Ну и к тому же это очень вкусно. И у нас остался ужин. На ужин у меня 280 грамм вот такого вкусного второго блюда. Ну, того же, что было и на обед. Это идеальный ужин для сброса веса. Легкий, сытный и полезный. Пищевая ценность этого ужина 286 килокалорий. Все вместе. Первый завтрак, второй завтрак, обед и ужин. Получилось 1200 килокалорий. Благодаря вот таким рационам мой муж похудел на 50 килограмм. А я на 31. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения, успехов в борьбе с лишним весом. И до встречи в следующем видео. Пока-пока!